К сожалению, я только сейчас вспомнил, что все жетоны кто-то спер. Пымс! Они лежали в красной банке, закрыты на замок. Вот тебе ключ, может, найдешь банку? Ну это, типа спасибо. Круассан, труассан, волосан. Что, извините? Да ничего, спасибо говорю. Охрененных размеров спасибо. Нет, жетонов нету. Ну, может быть, месье желает шашлычок из лягушок? А если еще разик попробовать? Окей, звоню. Эх, лохматый, блин, ну ведь надо было этой колымайке за 5 километров до Милана сломаться. А ведь там еще в Париж хрюндель забирает, ёшкин кот. Ну, облом за обломом. Во, гляди, Феррари едет, нифига себе. Лови, её, хотел давно прокатиться. Пердоно, а что это вы, сеньор, хули вот так вздыхаете? Тяжело. О, проблема. Я модельер, я Хулио, модельер. Еду на показ, а костюмчик сшить не успел. Вот беда. Конец моей карьеры. Мамма мия. Ой-ой-ой. Так это, слышь, Хулио, может, мы тебе поможем, а? Ну, за пару билетиков до Парижа. Мы вообще мастера хоть куда. Такое платье-то сварганием все попадают. Грандиозо, а? О-о-о, спасибо, белиссимо, вперед в Милан! Так, лохматый, послушай, что я скажу, только не нервничай. Мы обещали Хулио помочь, да, окей? Так что кому-то из нас нужно быть моделью. Я, конечно, никуда не держусь, смотри меня, бе-бе-бе. Так что выбор у нас небольшой, готовься быть звездой. Тихо. Ну давай уже, блин, поскорее с этим маскарадом закончим-то. Ой, посмотрите, какие кругом зеркала! И я такая красивая в самом центре. Обожраться и не жить. Ну вот, как раз такими штуковинами всякие там хитрые потайные дверцы и открываются. Кажется, я попала в сказку про Буратино. А вот, кстати, не поспособствует ли этот чудесный приборчик наведению моды и прически лохматому? Кстати, прикольно, вот только зарядить бы его. Да-да, из них можно очень даже интересные туфельки соорудить. Если поработать топором. Ну и чем-нибудь режущим. Не-не-не, шляпу, пожалуй, на него одевать не будем. Он и так-то как идиот выглядит. Ну-ну, вот значит, где рождаются шедевры высокой моды. Отписаться можно. Ну-ну. Не-не-не, эту машину я не подключу. Вот на этом комбайне мы сейчас и замутим лохматому шмоточки. Тяп-ляп, и будет принцем. Ну конечно, сейчас. Два пальца в розетку, шланг в рот и полетели дирижоплем. Фигте. Вот если бы они еще крутились эдак, было бы вообще клево. А то тут, блин, задохнуться, сдохнуть можно. Ну-ну, вот значит, где рождаются шедевры. А вот из таблеток можно сделать бусы! А, как вам идейка? Только вот не могу крышку открутить, ее бы, может, отклопнуть чем-нибудь, а? Не, ну тут надо как-то по-другому вообще.
Ого, нифига себе малярная штукатурная мастерская. Ну... Не, ну что попало, куда попало, тыкать-то не надо, Дон Жуан. Не, ну тут надо как-то по-другому вообще. Не, ну... И что бы эти картинки могли значить? Бы-бы-бы-бы-бы-бы. Хренушки, не, надо сначала машину включить, йоу. Ну, красота неписанная. Теперь нужно тебя, знаешь что, какой-нибудь бирюлькой, какие-нибудь аксессуары, какую-нибудь висюльку, что-нибудь такое. Тогда совсем красиво будет. Вот если бы они еще крутились эдак, было бы вообще клево. А то тут, блин, задохнуться, сдохнуть можно. Ну давай уже, блин, поскорее с этим маскарадом закончим-то. Ну-ну. Собачьи говняшки. Элитный сорт. Ну давай уже, блин. Ой, щекотно. Нифига себе щекотно смотреть на него. Но, блин, ты теперь по-настоящему лохматый. Во всей красе. Ну давай уже, блин. Да блин, не-не-не. Че это вообще фигня? Ну все, готово! Пошел, красавец! Хе-хе-хе!